Просто он
С учетом ситуации на экране, я думаю, он все-таки не специально это делает, потому что известным предметом анатомии игрового пазла, он смотрит на него осуждающим, тяжело вздыхает. Не знаю, почему он не попросит чей-нибудь еще пад, у нас вроде есть, хотя бы еще один пад юзер там дали. Но... Вы можете слышать поддержку людей, которые пришли к нам из ЦК комьюнити. Они компенсируют недостатки скилла децибелами. Мы постарались, и я явно говорю что-то не то. Дайте мне скилл. Дайте. Барабан очень многие удары, потому что он умеет остаться. Он очень пафосный фильм, этот самый панель за плитшилд. Кстати, рекомендую, если кто-то помогает, как делать. Если ты можешь смотреть этим киллом, это идеальный панель за плитшилд, он не обратно плитшилдится. Адаптировал бьет человек. Что можно влиять? О, Дорщина. Пишите, если стало лучше, и без инпута, ну, пишите, если кто не понял. Можно пить. И до этого пейте таун. Как лев, не только с врагов, но и с цехват, сейчас плана. Грандвайпер немножечко не настолько нормально, чтобы помочь по ситуации. У нас совершенно ничтожный апокалипсис был. Бомба летяет. Так вот, если все качает. Нет, не могу. Сидящий Я вам больше скажу, а это мой монитор, пидорасы. Вы у меня стул, блядь, сожрете, если он сломается. Запас, запас. Не, ребят, нас слышишь? Нет. Савок, Савок, скажи нам что-нибудь. У тебя микрофон еще дурной, по-моему, надо как-то боком его говорить. Нет. Не, ну народ говорит, нас, что не слышно. Нас не слышно, я сделал. Слышно между боями. Я засейфлен. Это овер, овер же разбирался, я не помню. Кто знает, что я игру сделать, реально. Сложно, но играю вообще раз. Ребята, вот так как, а слышно или нет? Лучше? Просто мы не можем уменьшить игровой.
Ладно, интересно, такая драма, такая. Да, тут. Ой, блин, какой счет? Короче, у этой пары длинная история. Бала в финале лузировки два, и победитель пошел дальше, а проигравший вместе с Тазом остался на четвертом месте. Да. И вот сейчас у него шанс вернуть несколько, так сказать. Камбэк. Солти ранбэк такой, но... Какой счет? 1-0 пока. Кто идет? А, ну да. Спасибо, Бала. Я вас сможет. Ой, дроп. И это дроп. Ой, ой, а это платье. Белый бат. Это плохо. У меня сейчас лицо плохо. Я могу уже 1-1, я честно говоря, отвлекся на ползунки. Рассредоточился. О, так мы громче игры. Но это хорошо, это уже победа. Ой, пол жизни ушло, сейчас включаются кишки. И снова пошла комбатия. Метеориты выкинул. На комбатии. О, ушел. Ушел от метеоритов. О, подцепил удочкой. Папа. Здоровенный. Да. Здоровенный соло. Да. Че, не поехал? Хороший комментарий, я знал. Почему он не поехал дальше? Потому что трамвай больше этот не ходит. Это кто читает у нас? Да, Лидо комментирует. Советует, что делать, командует. Ой, я думаю. Ой. Нет такой проблемы, которую не решит в Балканик с разбегу. ДП, да, я понимаю, все. Вырвался, отомстил за МФА. Посмотрим, что будет дальше, дамы и господа. Ну ладно, мы решили эту проблему. Самое главное. На самом деле мы даже можем не летал в зале орал. И коучил. Да, то есть там все серьезно. Кто следующий, давай. Так, ну это обновили сетку, я уже здесь выиграл, наверное. Это не обновленная сетка у тебя, по-моему. А вот, обнови спорт. Вообще у вас там тоже там или на форуме все, когда мы сейчас. Да ладно, уже подляться на это. Я там кого-то оставил еще из сильных на стримах, если они не сыграли. Лидос Гога, да? Это вообще это, МК. Да, это МК. Не, ну откройте отдельно, зайдите, там должен был ссылку. Сетка, да-да-да. Сетка он оставил, он внизу сетка, вот так, погоди. Да-да. Это ультра срифа, это еще СМ. Думаю. Давай лучше там обновим. Вернулись к тому, что начали. Короче, сейчас у нас будет супербой. Надо тут расставить. Ой-ой-ой, серьезный бой, да, я думаю. Давай, слева у нас будет сидеть Гога. Гога, он самый чемпион. Я думаю, все его знают. Мы помним, любим. Противостоять Гоге будет. А вот сетку надо уже кинули. Литову. Поверки в Литову. Так, как известно, оба сильных игрока. Один играет за старого доброго чипа, который всегда играл. А кто играет? Да? Вик Крайс. Давай, Боба. Я. Браво, порвешься. Так, Боба уходит у нас на игры. Ко мне присоединяется. Так, всем привет. Дамы и господа, есть уборы шикарные всем, просто работаем. Да. Давай покажем зал. Ребят, зал показываем. Вот весь зал, сидящие два игрока, лица напряженные у них. Они готовы побеждать, чемпионы, наверное. Кроме нас с Рионом, потому что мы настоящие чемпионы, которые выиграли в финале. Так. Лида играет с новым персонажем, как мы знаем. Да, похожий синий. Пока не понятно. Да. По сути, у эффекта все, что на три чипа. Дэмэдж и хороший тейр. Не обвините, с этим сомпанским. Да, я тут там автоматический общий селект, по сути, появляется. Дальний слэш, ближний слэш. Если он убирается с телепортом. И на это очень большой комбо с дамагом. Да, это реально не шутка, на самом деле. Смотри, у эффекта полжизни, он побольше, чем у чипа. Да. У чипа
все очень мало жизни, потому что у него есть читерская невидимость сейчас. Голга закатил рукава, а это уже все хватит. Сейчас посмотрим, где просто один раз попал, можно как и раунд. Ну даже больше, потому что вся чипа стоит сразу. Для комбы и чипа больше нет с нами. Но чип тоже весьма неприятный, если мы так ему работаем. Проблема эффект в том, что у нее нет никаких реверсов. Кроме сыгров. Да, только ручки. Соответственно, будет очень сложно ходить из-под трещного, если много его начнет. Да. Пытается судить шампанским, но не выкинул гранату, взорвался. Все в контре. Это глупо, и как на разум надо. Ну, я думаю, тут рамбл. Как думаешь? Нет. Если я сейчас камень, нет. Успел. Таким давай. Листочки перебили. Это не АЦ плюс Р, где листочки в сухого. Да, ты согласен. Были времена. 1-0. В пользу Литва. Сиськи побеждают пока что. Да, и будет забавная ситуация, если готовится, если сливать кто любой из них, то у нас в лузерах уже Плаха и второй сильный игрок. То есть самый ужасный. Да, там проще уже на этот момент. Мы, кстати, с тобой, скорее всего, играем. Ты уже выиграл? Я у всех выиграл. Все, да, следующий мы с тобой играем. Окей. Не будем с тобой в дам-финале. Будет, если я буду. Тем более у нас задержка небольшая здесь. А, сейчас надо ребятам показать, как это делается сейчас. Комба будет какая-то? Так. Пытается. Эй! Слишком неровно, ладно. Ну что, вы подтвердите, ребята, что это такое? Ну что, в ГГ или в КВМК играем? Ну что это? Не хотят нас поддерживать? Странно. Зога не собирается сдаваться, начал бегать. Бетонит ко мне от конферного комбу. Все, пошел на рулик. Второй. Вот как раз был этот option select. Просто сложно, иначе все. Я думаю, что они вообще равные. Рассвет — это парень, который купил уже в Кепесе очень долго, как я понимаю. Хорошо, что я не сижу. Нет еще игры, понимаешь? Нам уже мастер, он сознает все. То есть ему только осталось 5 боя, он будет зажигать. Будем ждать. Будем ждать, да. Работа на все... Айскар, который на пульсе.
Если проиграл этот раунд, остается тут просто на весь следующий, и возможно он может просто набрать игру. Да, да, я там был, все. Через шанс, сколько фактов всегда может сработать, мы знаем. Их не используют. Так, да, он. Очень хороший версия. Великолепно. Да. Да, Вуди просто не был по узке, на самом деле. Да, я считаю, что... Бы могло по-другому разыграться, и все. У меня просто меньше руки связывались из-за этого. Не мог, не прыгать, ничего делать отмену. Посмотрим, сможет ли Вуди запереть сейчас ли это. Вместе не продолжим. Не продолжим никак. Не ожидал ведь на самом деле. Просто не хода. У него есть бюрос, у него есть шанс. Не техается в нейтрале. Лето задержку, чтобы не было там расставлять там. Да. Ленина не пошла, перебили. Да, я бы в крайне плачен положение, просто так все еще нет, потому что она бы это просто так, тепло. Да. Соответственно, выжить уже очень сложно. Да, пытаюсь можно последнего. Так, следующий на стрим у нас играет. Кто следующий на стрим? Первый. Ладно, следующий на стрим. Да. А кто объявляет пары? Да, следующий пара на стрим. Это Клер Оверкилл. Так, я сейчас кого взял? Лито сидел справа, значит, это будет у нас Клер. Клер сидит справа. ФР1. Пропер. И... Оверкилл. Так, я не знаю, у него последняя большая, нет? Последняя не ЛЛ? Нет. А? У него его последняя, нет? Большая или... Нет, за все пиши большими, это за верки. Хорошо, вот так вот. Так, игроков мы отметили. Клера мы немножко подвинем. Клера, иди сюда. Клер. А. Почему мы не можем Клера подвинуть? Оставь, так. Ладно, Клера, так, мы его не двигаем. У Верки он две большие стрелял. Честно, мы ему ударим второй большой стрелял, потому что он запустил. Но судя по онлайновым стычкам, Клера с Верки он, Верки он, гораздо больше шансов выиграть. Да, да, но... Оффлайн, а онлайн такое, а оффлайн это совершенно другое. Посмотрим, как сыграют ребят. Посмотрим. Приехал, через Москву приехал. Да, ну, усталый. Как ты? Затащил? Ты же кого-то играл? Брок? А, во-первых, проиграл Брокина, но он веселый. Видно, пытал хороший, интересный. Забер, ты не будешь? Дай сам же скомедить, блин! Змея тут начальник! Я не могу, начальник нужен! Меня потом побьют и зарежут в переулке. Не, ну главное, что они ПО, наверное, и я почитал, что гранату теперь можно отталкивать даже ее, это уже... Ну, здесь уже другое, ребят. Я не думал, что будет такого бока, хотя... Буки узнает. Но я на самом деле все равно ставлю за Килла. Мне кажется, Чемпов такая брендит сила, которая есть сила Шотаса, она роляет очень сильно. Сила Шотаса, это да, бесспорно. Клер, десант из Москвы, ребят, я думаю, все знают Клера, играющая. Играет он, да, я тоже. За Рамлет, точно. Тоже один персонаж из топ-тиров.
Самое забавное, что Кверк отзонивается от Соло, хотя, по идее, это противопоказано в мачете, потому что она беззащитна, у нее не пропадают лонг-рейндж удары. Да. Но Соло почему-то не может подойти вообще совершенно. Ну вот, все, встаем. Нет. У нее защита очень слабая, по сути, но если она загонит в угол, там такие комбы выписывают. Отличный. Отбьет. И нет, не слил, ушел. Смотрим, пытается слить. Ну, мне нравится, да, хорошо, там еще интересно. Отлично, и сейчас будет комба в угол. Отлично. Пошло это дело. Это просто или нет, ты думаешь? Вообще, я думаю, я бы дал, например. Я бы дал, но, видимо, нет. Красава. Отменил. Отлично. Бейте три раза бейте. Потом решил уже не наказывать. Перебил. Да. Странные вещи. Не идет, видишь, как бы. Здесь и правда все прошел с рекомендой. Она может тащить с одного до другого. Вообще не справляется. И при этом ты упадешь еще боки, которые тебе 50 на 50 ломят еще сверху. С этими мечами. Я как Потемкин знаю, я прочувствовал это много раз от Лера. Но Потемкина есть очень хороший дэш. А там, где он мечи расставляет, они идут не сразу бьют, один, второй, и следует. Там специальный тайминг нужен, тогда миксапа такого сильного не будет. Я тоже. Просто нужно смотреть именно, когда мечи активируются. Ну, игрок такой, пока рано. Отлично, я отставил меч, прикалываю в воздухе, и начинается. Ушла комбуля. Непонятно, почему я свою парню касаю. Пытается забыть, не получается, и это другой конец. Лера Берст. На самом деле тут дубур с этого трахила как бы не сильно руляет. Лера очень хорошо их бейтит. А вот не наоборот. Пытаюсь так теми его пробить, не выходит. Ой! Все хорошо, не удал. Лера, как я и говорил. Да. Отлично. Сейчас тут попробуем. Эй, конец, бейтит, да? Не, берет. Очень cool в ей, на самом деле. Она почему-то не хайпает, я не знаю, чем дело, но там очень будет. Немножко. Кепа начал играть в свою игру. Сейчас Лера будет очень тяжело установиться. Он очень много не ударивает. Сейчас. Возможно, не успеет. Он боится. Первая игра с Оверкиллом. Ребят, на твою смерть, поддержим, давайте по спиче! На поддержите по спиче! Мы уже как МКшники! Сейчас будет полосатый игра, сейчас будет поддержка! Уже как МКшники! Не знаю я, что случилось в комьюнити. Здесь есть бар. Возможно, да. О, один из этого причесала. Я думал, что она запретят брать, надо держать. И она такой уже опасный, потому что наш не может защитить слабо. Джастис сильный, была только в одной части. Пока нет никакого. Нет, она была сильной всего один. Раз, когда она была просто даже запрещена. Просто ей никогда не добавляли на аркадов. Да, и она не просто, он не знает, сразу открыто, ребята. Вот они, не такой. Второй удар до пика. Можно привыкать к этому говну. Пошла комбуля воздушная. Сейчас надо меня дойти. Чего бы мы это не стоило. Интересно. ПП улетает. Улетает с мечами. Не ставят двумя мечи, но стоят. Да, стреляю. Очень круто залетел. Да. Закрота вот, по-моему, я не знаю, что это. О, хороший захват. Сакура, тебе рука, все. Я покачал. А мне было миксап. Не, он мне не расстрелял.
что удержать его в блоке до мечей. Это не было Потому что Блэк сейчас не впустил и не попал на палатку пуста. Да. Золотой дождь, да. Это хуёв. Это очень плохо. По несколько причин. Первое, у тебя пропадает дикая карта, чтобы сбежать из-под атаки, из-под любой. Как из гамбы, так и из прессинга. Это просто позволяет выходить только из блока. Да, флэш. Флэш такой, да. Флэш, а флэш, да. ДП в АТГ. Первый флэш, это захватить. Захватить. Хотя, вряд ли это точно чего было особо. Я тоже не думаю. Он реально силен, на самом деле. Соул. Это, да, наверное, возможно, и соул. Нет, это хил. Но Соул — это очень хороший, крепкий персонаж для соревнований. Два.
Халявная граната. Я запустил. Да. Не останавливаю. Отлично. Второй раз вылетел на выкрыть. Сейчас у него будет бой с Богой. Че
соседка открытие, я вам скажу. По поводу турнира. Сегодня так много осталось. Нас опять выгоняем из зала. Сегодня представим, что мы сразу же переместимся в другой зал и продолжим. Будьте готовы. Там у нас Газет играет сейчас с Райзом. Много играет. Федоскин ждет Руфуса. Лица с Бруткиным отыграли еще. Это на экраны. Итак, на чеке у нас не будет игроки. Все подготовлено. Много сейчас атаки, звучит, но нужно не даст. Вышел, наказал. Нас будет будет чипа. И 4 кадра приземления. В принципе, там махать, не махать, не надо. И там почти всегда есть. Хороший правовой бросок сейчас в опыт. На поле к тому. На Да, это озера. Бобр против Чипа. Чип делает сейчас ПКшную альфу, ПКшную. Ходит на компу, потому что разменялся в контрхит. Бобр делает развод от стены. Бобр уходит с ПКшем. Вперед панч на альфу. Размен. Отлично сейчас откуда. И ждал, наверное, ТП. Проводит. Попытка ловит ПСВ-ш с продолжением альфа и драфт из ПСВ-ш. Контр и вот этот ЮРЦ, бросок, крыльца. ЮРЦ опять, это уже... Эй, пошел, эй, эй, саппорта выкап. Нет, плохой выкап, очень плохой выкап. Ай-яй-яй, отлично, пошел. Бейтил буст и вниз ПСВ-ш, чипа.
чип почти всегда жмет низкий слэш или ВП. Метка, которая его заставляет не играть. Это альфа. Бытовой бросает чипы по этапе. Но Эйв такой бытовой выбор, что Боба тратит. Он выходит через новый пир на компу, еще раз плохой. И пьет переслэш Слэйра на атаку. Это был Лара только бросок. Ходит по лоу. Скорее всего, ждал из шилда. Бобер аккуратненько так не полез. Знаешь, что Бобер умеет хорошо бросать там. И отлично попал! И печально. Хороший был выход. Сейчас мог. Мог сейчас все поменять просто. Вот этот удар, если бы он попал. Поздравляем Бобера, он идет дальше. Бобер покидает наш турнир. Я на секунду отойду. Сейчас на кого-нибудь в консоли еще. Обновляем сейчас сеточку. Соли у нас уменьшилась. Там Равин сыграл с Бегазетом, но пока неизвестен результат. Ребята, обновите, пожалуйста, результаты на сетке. Федоскин тем временем пробегает у нас на стримерскую консоль. Видимо, он хочет очень сыграть там. Консолик у нас играет от Джиба с Фантазином, видимо, да? Джиба, да, Джиба с Фантазином еще играют. Суприм со Слепвокером тоже еще играют. Лахадирол доиграли. Равин тем временем уронил Бегазета в лузера. Бегазет упал на плаху. Ему будет очень тяжело, если учитывать, что он играет на Потемкине, а плаха на Фаусте. Это будет очень тяжелый матч. Равин пришел ко мне. Всех. Скидки, что это будет Федоскин руку свободит, пока из Москвы. Федоскин играет, решил на суде. Еще кого-то. Сейчас не бьет колодку. Зачем вообще сделали микс? А Руфус пришел там из СК комьюнити, играет на Фаусте. Ой, как бьет пачку, пока я сейчас приверсую.
Хотя там просто при 200 командир, да, вышивается сейчас на Кейрова. Сейчас придет ХП. Отраскал вышел. Перед знаешь, когда это делали с 5%. И спокойно нужно сейчас выпустить. Удар с земли, нужно было больше зеленки. Немножко чихнуть сейчас. И не знаю, зачем это бросать, пошел полол, запорол пушку слишком рано сделал и наказать бухло. Нету наказания. Чтобы сделать кому-то делает бабушку. Кидоскин там пишет в телефоне, либо тянет.
нажатие перед жестким боем. Лечение играл со мной, офлайн приходил, собирались в меньшую глазу. В принципе, хорошо знает матча, глаз играет на соли, я играю на соли. Роллером проводит вторую атаку с помощью. Он выпускает слэш, антиэйр, атака, граната. Хороший бросок, комба. Комба. Так, идет. Нормально. Эй. И, не знаю, каким пытался разводить в конце. Выходит на дробовик Витач. Приходится тратить доскин курс. Опять антиэйр с слэшем. Не был под тобой, там далеко очень, контрпита не было. Зачем-то делают режим плита, тратим воздух из-за того, что пропускаем. Хорошо, пошел. По воздуху на кар. И пропускает нету. Реджект отличный на револьвер, комба, граната пошла. Вынулся тихоскими зуба, пропускает бой, еще граната. Эй, турцы! Эй, комба, молодец, плита забирает на раунд. Ребята, хватит, Спафниро тоже опять же опасно подъезжает, но большой урон получает, если противник в респекте соперника может катить плюс 4 через Спафнира, плюс он прикид, это вообще сразу там два, если замешка с соперником. Но граната вот за Райдл наказывает и доски через плохой колор, там два. Уронить, отлично, рекат игра, опять колор, доски Хейвис, вы нашли нас без Хейвис. Пошла комба, уронит. Адан и вперед панч, тратит это выскочить. Вейтит буст с Фидоскин, не вейтит, потом Витов все равно делает буст, а он все равно вейчивает. Игра у нас, и Фидоскин забирает этот раунд. Молодец! Летюни сейчас пошел, поймал, но какую граната пошла, проходит по лоу, граната взрывается, где доски сдались. Тоже воздушный доступ, зажал просто в косу. Сейчас лип, граната опять. Сейчас не попадает на суд. Центр драйвера, комба пошла, хорош. Сейчас ползоним помощью хай-слэша, не стал он наши дальше. А благодаря этому не было ни паниш, ничего. Там будет лучше выйти в ружье. Начинает прыгать. Мочи. 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 Мочи.
сейчас видоски показать, ну что? Сейчас был слито, пытался спасти назад, неудачно. Респект, очень сильно друг друга пискнули. И это снег, молодец, четко на волосы, красноков. Дин скорее забирает, а Дин просто. Хороший бэглич. Костин, возможно, рулит сейчас идем по испорченным этим нажатием. Заброшено, и приходится тратить буст с Фидоскиным, чтобы вырваться, но ловит его на антиэр Лита. Это, видимо, был опоротый атаки, попытка оверхеда, подполол, еще оверхед Грайта, не на атаку, переход в атаку Фидоскина. Сейчас посмотрим, как мы сместимся.
ребята, как бы не разбегайтесь со стрима. Сейчас мы все перезапустим в течение 15-20 минут. Просто нам придется уйти. Придержите свой хайп, мы будем скоро с вами. Играют, конечно, не играют видоски от цветов. Играют Райан с килом. Пишите, если меня слышно. Пишите, если меня не слышно тоже. Thank you.
Сёма включи пилотира в ГГ на Сейфарике. Тяжело ему вот так вот. Wait.
Выиграл этот бой. Глазу надо собраться, нужно играть аккуратнее. Хаос очень страшен своими нормалами. Я немного заглушил микрофон, чтобы фон было не так слышно. Буду говорить погромче. Надеюсь, возможно, так вам будет чуть комфортнее. Класс летает просто бесконечно на Рио с Шампом. Попадает сейчас и Керри, хорошо, он посадил низкий гон. Тоник в МРЦ, наверное, револьвера было для сохранения энергии. Ну и комбить надо было. Там была комба, как минимум, гранвайпер. Как максимум, дает панчик на лунку углу. И сейчас Суикапа приводит Фантазина к победе в этом раунде. Напомню, они борются сейчас за лунку Брокину. После этого пара Брокин, победитель этой пары, сыграет с Рупусом. После этого Рупус будет еще равен, впереди ждет их Венерас. Венерас у нас остались я и Лита. Довольно неплохо сейчас собрался глаз. Мерсить отлично. Отмешивается низкий гон. Фантазин. Оп, нарывается на гнезда. Хорошо, сейчас законфермил попадание по сидящему, уронил, зажал угол в ринге. Отличный был бурфей. Комба неправильная, нужно было на доставе выходить, но... Ой, еще выход на комбу. Отлично, бурфей запарывает проход на ур. ДП, нет ДП, но точно бомба приносит Фаусту миллион демеджа в пользу Соло. Опасно выходит гранд-вайпер из глаз и не спасает от Ганфлейма. Очень много активов у Ганфлейма. Дастом стал Фантазин, но повторюсь, очень много активов у Ганфлейма. Плюс было ЮРТ, соответственно, еще там что-то нажимал глаз. Начало раунда. Глаз вырывается, пропускает сейчас пару секунд. Попал суперкит, ловить и нужно разводить. И не попадает по сидящему воздушника EVFS, там довольно сложно, но пропускает хиты дальнейшие. Фантазин от Соло, там выход на большой дэмэдж. И класс в атаке. Ганфлейм UFC отлично поймал Heavy Slash, подцепил в воздухе. И опять что-то странное. Не уронил после воздушной комбы. Отпускал, пропускает Фантазин, да? Эй, вот дал кричит Сайфей. Назад на рекавери и комбат. Хорош! Назад! Полная! И был накопил уже Фантазин просто. Поздравляем Глаза с победой! Брокен Глаз! Вот, Брокен!
Тем более. Да, но у нас соперники просто комрады по тренировкам. Влад и Брокин. Это Брокин. Они друг друга хорошо знают, у них должен быть наигран матчап. Это будет интересно. Тем временем Влад уже здесь. Развел набор в команде. И пускай мне конкормил план, можно было выйти через вперед панч. Вперед панч гатлится в этой части из панчей. Хорошо, сидел, и Мортал, Danger Time. Успех, игроки пропускаем. Стоп, стоп, эй, эй. Вышел к кому, пришлось посадить Влада Бурт. Напустили комбайн, нужно выехать. Антон UFC, отличный выкат. Но дальше кто-то не заваливал. Влада не нужен. И Брокин вырывает. Вырывает вперед, снова пошел. ДП, наверное, на камью. Опять отлично провел Уэрсета выход глаз, но не законкормил. Вперед панч. Нужно было опять снять локтевку. Почти полностью жизнь Брокина. Вперед отрывает, порол такой Брокин, делает там лук, полное уронил. Марка стоит, но даже не в реверс встает в АТВ, вырывается. Опять неправильный копьё. Начатый сидячий. И... Ай-яй-яй, приходит сзади. Брокину. UFC. Оказать. Ой-ой-ой. Место в ним по UFC. Пришёл. Айсфрэш в глазах. Расчёт на порог. Сим Брокин. Вырывает. Ой. Так, второй бой. Heaven or hell. Duel 1-1. Let's rock. Все игроки абсолютно попали на метро. Кто-то собирается ехать автостопом, кто-то идти пешком, у кого-то есть деньги. Победитель точно уедет отсюда на такси. Поэтому это подогревает схватку. Даже третье место сможет позволить себе уехать комфортно на такси с этого помещения. Остальным же всем придется коротать свой эффект как-нибудь по-другому. Помжевать где-нибудь здесь на площади конюшенной дом 2. Слушайте этот адский трек какого-то какой-то диджейши. Покупка бросикового отклада я или просто отлично, но не уронить далеко. Надвинуло. Можно было не махать сердца. И Брокин опять забирает в глаза. У нас нервничает, дергается у него правая нога. Где-то напал, нет. Размен с кольца Фая. Очень неприятный размен для Соло. Тем более в данной ситуации. И Клайверфет пропускает. И Север. Просто две трети КП нету. Опять Эдиэйр пропускает. Да, молодцы, всегда спасает Брокина, хотя, наверное, можно было там перебить. И на крафтинге. О, хорош, сказали, я аккуратно на КП. Разбил бросок, команд. Эй, эй, нет, нет, осторожно. Любое движение, магия, удар. Приведет к победе. И Брокин выигрывает. Самый офигенный чемпион, я когда-либо видел! И Брокин глаз стоит, Брокин...
私の勝ちだ。取る。もはや本意は語るまい。その先の力を引き出せない。Победе в первом раунде.
метеориты пролетели мимо. Рокет отлично бросил. Того и все. Зачем-то делает ресивер. В большом расстоянии. И ловит на ней. Прекрасный удар. Плохой слэш. Пугает. Много прессинг. Паус попадает на ДП. Запускается от Шайм, Капа, вырывается, шпорит какую-то Локин, ловит обратно. И снова встретит и практически вырвали себе эту траву. Белочки аккуратно, девочки замазали, и спрятался Локин. Площадные оба оверхеда. И на одну тысячу ДП. ДП вырывается в руки. Гигант начинает слоу, осторожно бомба, попускает идеи, тратит курт, на выкате выигрывает игру, но сильно крейсер пускает игру, крышка сейчас упала, и затащить его назад. Давай там руку. Белочки и прочие сбивает. Вейгас. Опять сделали просто. Комбат. Нет. Служит, спасает Кая. Толпай, да? Ой, как больно. Все, победа, бросок. Видимо, 2-0 в пользу Дроги. Шоуки не модули масштаб. Сонна Дзморгер нападает. Давай, дай мне. Дай Сейчас у нас будет либо Фидос Кингога, либо Равен Брокин, кто первый дойдет до консоли. Что происходит? Что мы нет? У меня горло умрет завтра. Я бы не ебало разбилось, когда парень был. Он реально нахуй это просто. Он скруярил. Так, Равен Брокин.
Это бой за выход в полуфинал лузеров. Малый финал, так называем. Итак, Равен против Рокина, Эдди против Тая. Это будет довольно интересный бой сейчас. И Равен начинает свой шаг. Довольно неплохо там ставит шип. Можно это было узнать. Заходит шип и значит, что вперед применять атаку на себя. Ровные кубаки, и вот Равен переходит в атакующую стадию. Вперед перевесаешь, попадает по крыке, спрессинг в углу. Будет ли разводка? Нет, не будет, пропускает. Обычно там или вперед хай-слэш, или вниз хай-слэш делает, но Тая очень хороший воздушный хай-слэш. И успевает он перебить. А эти, Зато точнее, приходится потратить медэнго у Равену, чтобы перейти в контрнаступление. Вместе с меня убил. Разменял сейчас миньон Равен на манник. И вот вперед хай-слэш, контркетник, нету комбов. РС вперед кика, бросок. И бросок, отличный бросок проводит Брокин, попытка доса. И разводка была такая с отрыжкой Эйви Слэшем, но Равен все равно забрал на траву. И вот Эйви Слэш опять в контркит, очень аккуратно нужно играть в данном вопросе. Эдди меня самого очень раздражает этот вперед Эйви Слэш, очень у него классный. И пусть нагадывается, но в большинстве случаев ты либо бросишь, либо берешь. Тратит пол Брокин. Уже мало жизни у него, где-то две трети пропали, и углу назад. Две твари прессит его. И ловит на командник. Через РЦ выходит на комбу и убивает. Бой за Равен 1-0. Победитель этой пары сразится у нас с победителем пары Бога Пидоскин. Еще у нас осталось всего несколько пар. Это я, Лита, Пидоскин, Бога и вот Брокин Равен. В принципе, это бой, наверное, можно сказать, за третье место. Оп! Неправильно было шаттл дранк, или как-то взял мейт, Брокин. Так как не ударил туда. Даже золотой пуш не уходит. РС спасает эти возможного наказания. Выход нет, не стал делать почему-то unblockable. Попытался ресеткнуть Равен. Брокин поехал. Если в углу, в принципе, ведет ему лайфлит, зажал. Нашу прыжку, в принципе, скопил, но дальнейшего третьего нет, и теперь Зато с этим. И выход на боевую, выход на Богову, и да, Богову, комба. И развод, ну, скрапнул на бросок. Отличная игра от Равена. И Стаска начинает Брокин и не проигрывает. И отлично, что против Эйви Слэш тратит Равен Дорс. Так ладно, сейчас можно было и с Эйви Комбри, и Слэш, наверное, будет любить миньона, будет подрочиться. Мейсинг потерян, и Сата перебивает своих. И нет, не попал. Был, наверное, слышал, возможно, по задним прикопкам чуть-чуть зацепил. Хорошо затерил, нету бомбы. И уже вызвал. Вызвал уже эти Брокин прессинги. Его бьют. Опа, уронил. Рейкап, здрасте, президент Равен. Размен на контур. И что, проводит? Нету бомбы. И воздушный, в принципе, да, air-to-air атака. Брокин вытягивает раунд.
Ему нужно брать этот раунд сейчас, это очень важно. Иначе он вылетает из сетки. Победа уже за Равином. Он видит, опускает оверхед через середки. Успевает спрятать собаку Равин. Проводит самбу Брокин, пытается уронить, тратит Равин плюс для того, чтобы вырваться с прессинга. Уронил его отлично, откат и... Да, было очень тяжело, все сладко. Брокин и нужно выехать. Да, отлетит за ворота, самба. Опять неудачно, чтобы вырываться, пропускает двойной оверхед. Прячет опять метиков. Неплохо, да. Все. Равин собирает этот бой. Литоскин, давай, копы. Татакай дева кубро на фруэнай. Затер, win! Иллирия ноу той ева, секай на дайхио ноу ような моно да. Те авасе итадаки коуэй дес. У нас есть все-таки зрители на стриме. Крок Сельмов прям много-много всего пишет про гармоничную схватку, про то, что увидеть райзывательника умереть, achievement unlock. А сейчас бой за выход, финал лузеров, полуфинал, малый финал лузеров. Зога против Федоскина. Можно сказать, что это бой за еду. Федоскин с Клером приехали на последние деньги. И если сейчас Федос продует денег, он уже не дождется. Это бой за третье место. А, нет, не за третье, просто за выход, я ошибся. Но за шанс занять третье место. А то и выиграть турнир, как Федос. Респектит Федос Кинтогу. И дает ему начать раунд агрессивно. Там угла другой, отлично сейчас законтрил. Не уронил, и Клопов повернулся. Отлично фейкнул. Отлично, полная комба. И первый раунд за Федосом. Это бой за еду. Панчами сейчас разыгрывают игроки. Бога применяет инвиз, но вылетает из него панчом. Он нажимает уже Федоса в углу. Прессит. Вот, влез. Поспешил свой капом Федоскин, приходится тратить борт. Спрятался. И аккуратно. Мелкая компашка. Разводка будет на бросок. Нет, не будет. Ну, почти. И РЦ. Немножко последний демедж уронил. Задержал, передержал сейчас. И уронить. Хорош. Красав, очень долгий. Гоха, в принципе, перебивает обычно подобные шаги. Врывается как флейм, как гил, и вниз Кейри Слэш приносит ему победу в раунде. Стараются разыграть неправо враги, Бога переходит в атаку, уронил. Назад, точно, с дефенсами. Не знаю, почему Панчей так бегут, может быть это был заборник перед Панчей. Панчей там очень крепко, оказан. Ага!
встретил Гурт с Богом, не наказан за лых, а Бога не такой не отдал, потратил сейчас. Рейси аккуратно и перебивает сейчас, перебивает Рейсдам. Два раза порыв на бокс. Ой! Пропускает, да, все равно в доске. Опять лежит, разводка. Аккуратно. Нет! Сам себя, в принципе, Федоскин вел 4 раза неправильно, очень неудачно. Решил Федоскин сменить чара зачем-то. Решил поменять арену. Ну что ж, посмотрим, принесет ли это ему желанную удачу. А я уже полностью охрип в этом аду. Вообще, может, нет смысла комментить, а, ребята? Напишите, что вы что, нифига не слышно. Пропускает низкий сейчас Федоскин. Пропускает красав. Разводка на низкая слышь, низкая слышь, попадает Федоскин. Нет духовых, потом приходится потратить боги бур. Поймал бросок, вниз. Опять без красапа. Получает кому, уронил. Пропускает опять Федоскин. И отлично, сейчас нужно копить. Эй, эй! Нет, упокоя. Очень печально. Сейчас могу быть неверенным дэмэджем. Тайм Рейнджер ставит! Нет! Бросает Рейк Гамма, Рейк Крыса! Все напарываются на воздушной датской доске. Кому не было, но еще раз напарывается. Получает хороший прыжки. И вот флеш, по-моему, был. Поэтому Бога сразу сориентировался. Пришел в атаку, а доски нет. И ДТП сейчас нет, не накажет. Зато общий селект на бросок в итоге поставлен. Оп, контур! Нет, не контур! Перевел свой бостер. И крыса. Спокойно. И невидимость пропускает. Контур пет. Отлично! И потрачен бост. Нет! Все! Проиграл. Не дотерпел Федоскин. Поехал грандвайпером. Ну, так бывает. И Гота падает в травину. Приходит, точнее, не падает. Вырывает победу у Федоса. Нет, Ранглок написал, чтобы я продолжал комментировать, но хоть кому-то это важно. Так что вот я смотрю, как бы на СК 2 ТВ, как бы вообще никому не важно, что у нас тут происходит. Но Алмаз бой давних соперников равен Бога. Малый финал. Много, неплохо так проводим начальную серию. Приходится сейчас проводить дальше атаку и равен тратить бурку, который вырвался. Есть там русский бурк на троге. Неплохо равен его там сандалил с арчейрами. Вперед Майк Слэш попадается. Лайфлит приличный у равена. Запоротая комба и равен ловит на бросок. Дусик, так сказать, и Бога умер. Первый раунд за Равином. Ближе стал Равин к этому месту. И вообще, один раунд. Неплохой претинг. Долгий жизни нету в баге.
И отличный антиэйр, контр-кир, будет еще меньше, много контров, много путь гуси. Ну, в принципе, бог перешел вот в третьих, отлично выступал, ником нравится. Что-то там вызвал, по-моему, двери, получил контр-кир, да? Закрыл за сравнялись, отличный бросок. Возможно, через толстой была бы комба, но комба есть не так, он ловит антиэйр и Равин забирает бой. Так, второй бой. Равин уже один бой, два раунда всего, в принципе. Хорошие атаки, которые с большим количеством мастеров убивают его до того, как он подлетает на бросок. Он берет первый раунд. Правильно, была агрессивная игра, очень также отборный, переходит в контрнаступление. И через телепорт отстом. Большое сильнее. Пикап игра. Не поймал, не поймал, но Бога бросает, это очень стилет, наверняка с наведом это сзади Равин Бур. От стены разводит. Спортивный головой, да, и Бога забрал этот бой 1-1. Как с тобой будем, чё? Малый финал. Лазеров. Равин хорошо начинает слышать раунд. Может показать, в принципе, сейчас за альфу. Бога любит вот эту альфу делать, которая останавливается перед соперником прямо. Вот, отлично, шип. Плюс вперед панч, плюс комбан. Там и стат, и дэмэджа много. Флаг пробежал, с UFC вылез, но какое-то слабое наказание было за команду. Дерево, хорошо слышал, тренинг. Равен, очень вся попытка сбросить. Убит Эдди, убит атаку, опять разложил, попытка бросок, нет. Равен вперед, командует на земле, воздушная комба. И с невидимостью, ой, просто фейтл сейчас Бога, раз, и телепорт, бросок, крыса забирает этот раунд. Так, Бога выигрывает эту игру, сейчас Равен разменял как двери, в принципе, и на что. Отметь размен, и чипу, наверное, больнее. И наказание сзади Бога. И запорота. Продолжает петь. Еще один воздушный топлей. Равину не удалось. Своим приемом. И вот, поймал, и на вперед хайслэш поймал, и контр-кир, и еще вперед хайслэш, и бросок, 1-1.
всего один раунд нас отделяет от претендента на третье место. Точнее, уже так точно. Меньше третьего места победитель этой пары не получит. Соответственно, у него уже будут какие-то призовые. Очень важная игра. Разводит импрессив как правильно. И развел на команде, но нету этих сетап. Перед сердцем берет Никам. Продолжает. Отличная идея, идет панч. Лайфлип просто шикарный сейчас выйдет. Размен. Бросок! И... Равен! Забирает себе как минимум третье место и ждет победителя нашей пары слита. Я пошел драться. Икигай Ясиме. Напоминаю, это финал Финеров.
Thank you.
person. No better. Heaven or hell? Duel. Duel. One. One. Let's run. I'm sorry.
Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's run. У нас финал лузеров. Равен Лито. Ну, да, Боба, поорать в микрофон. Видимо, это мое наказание на сегодня. Пропускает Астра, ваш! Лито просто изнасиловал сейчас Равена. Это финал лузеров. Проигравший останется на третьем месте. Победитель поборется за первое, но уже точно дает второе. Отличный антиэйр, дает манчок, дабан, а пусть приоритеты через вперед Мэйви Слэш. И раз мы уже наблюдали это. Пошла граната, прессинг, дробаш, развод, скатит двух травер. Пошел через эти, в контрит, вперед Мэйви Слэш. Воздушный напрыг. Равина и опять носили в углу, это комба, 100% уронить. Решил поснимать больше, а сетап-то где, где граната? Ну, сетап убил сейчас лежать. Равина. 1-0. Равин уже уедет на такси отсюда с деньгами. Алита может просто более комфортабельно, даже 20 заказать, если победит. Для себя, друзей, маленький мини-бас, бати-бас. Итак, по респекте сейчас игроки. Убил сейчас Лита хорошо медика и закомбил даже Никитовик. Да, и питает флеш. Флеш, но здесь свет очень крутой. Никита зарядил уже вперед, там плохо не вышло, но и вот пролетел дальше опять Лита хорошо, а Эдди Затовский остался за спиной. Но жизни нету, уже третьей жизни нету у Равина. Трамба, экстеншн, сетап, ой, дробаш, блин, это очень сурово. Лита. Прямой атаку, Лита пропускает сидя. Ну, пропускает, да, комба. Что будет делать Равен? Дальше зажал углу, Эдди выпущен. Назвал на бросок, и сетап на Антонову. Какой-то странный, не знаю, зачем он так сделал. Возможно, по легким персонажам делать как-то по-другому. С помощью замедления Равен увеличивает блок так, чтобы попытаться. И нет, граната! И файнл сейчас Лита. Но Равен затащил с помощью сверла этот бой. Хотя, казалось бы, уже все. На подкате сейчас Лита попробовал ворваться. Почти все точно, но вот пропускает Лита удар, тратит курс, зажал. Равен тоже пропускает. Ну, выход на дробаш. Немерено демеджа просто. Необлокабл. Хорош. Лита выходит на комбу. Воздушная комба. Уронил. Граната. Реджекшена. И воздушный бросок. Но граната! Кто-то там пытался бы Эдди вытащить. Сверла уже убил Эдди. И стреляем. Счет. И смолу проходим. Забираем. Браво. 1-1. Спасибо, Данон, я рад, что ты болеешь за меня, я постараюсь удалить, как только не вышло ко мне с нервью. Держит, и наказание. Да, отлично, в воздухе прошел, поймал. Круговато, нападает.
бег, на перепрыжке ловит лоу, осторожно там шип, поставлена лужа, не потратил Вита РЦ, чтобы хотя бы продолжить, в принципе, наверняка подкат через РЦ во что-нибудь, и указания не было, антиэйр через лоу-слэш сейчас просто вытаскивает, попадает на антиэйр, даже UFC свою граду воздушный экспресс Вита, и ружье завершает. Поздравляем Равина с третьим местом. Финал, господа, финал! Я и Лита. ОРГ у Лита. Финал. Stop!
Yes, yes, yes. Oh, the master for me.
Heaven or hell, do it, do it, one. Let's roll. Let's go.
Погнали, пацаны! Зажали в угол! Хоп! Всем пока-пока, вы с нами.